Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Королевская лихорадка Kingdom Rush. И я так понимаю, сегодня у нас будет последняя серия по этой игре, потому что мы возле замка. И судя по всему, мы должны будем свергнуть короля. Ну что ж, зайдем посмотрим башни, какие у нас. Да, ребята, мы, кстати, взяли башню шамана орков. Мы ее еще не тестили, но будем проверять. Также я оставил себе костлявых метателей, ну, естественно, риф дьявола, элитные истязатели и склеп с привидениями, да? Плюс ко всему, так, у нас сколько? 172 гема. Что мы можем купить? Ну, что-нибудь такое попроще бы нам надо, да? 125, это что у нас такое? Неконтактная мина. Нет, не пойдет. Вот это, я думаю, лучше мы возьмем, наверное, с вами, да? У нас два пузырька по 3 сердечка. В общем, количестве 6 сердечков мы сможем себе восстановить. Ну что же, как-то так. Ух, была не была, будем проверять, ребята. Будем проверять. Лагерь Светозарного. Ничего себе. Два, готово, еще один. Мы так близко, что я уже предвкушаю победу. Геральт Светозарный ждет тебя. Он на удивление спокоен. Неужели этот вышедший в тираж герой совсем меня не боится? Приведите его ко мне живым. Пора показать ему, что происходит на самом деле. Даже так? Ну, в принципе, понятно, ребята, живым мы должны его взять, так как мы схватим его в клетку, как, в принципе, и предыдущих героев. Так, что у нас тут? Я Геральт Светозарный, но мне все нипочем. Мои люди могут справиться с тобой даже с какими-то там завязанными глазами, что ли. Смотрите, ребята, лежит чувак на крыше. Это на самом деле не замок, если честно, это какой-то аванпост, я бы назвал бы, наверное. Так, ну ладно, давайте посмотрим. У нас три дорожки. Три дорожки я должен защищать, да ладно. Опа. А это еще кто такие? Небольшой отряд призывает в указанную точку двух наемников, которые будут сражаться с врагом короткое время. Призывает в указанную точку трех наемников, понятно. То есть это наемники. Тут у нас кузня какая-то, или... Нет, это не кузня, ребята, это у нас загон для лошадей. Как-то подозрительно, вот это вот кузня. Что там? Мне кажется, или там кликается? Кликается, по-моему, ребята. Но ничего не происходит. Ладно, давайте думать о том, что нам надо сделать. Так, Олах, наверное, мы поставим тебя, я даже не знаю, куда, сюда. Значит так, в эту точку я поставлю проклятый риф. Вот так. В эту точку я поставлю... Я не знаю, ребят, давайте посмотрим, что это вот за башня шаманов. Надо проверять, надо тестить. Вот это, кстати, дорожка тоже здесь неспроста. Мне кажется, кто-то с конюшни побежит. Вот что-то у меня предчувствие такое. Тогда мы сюда на всякий случай поставим костлявых метателей. Так, ну что, и маленечко, наверное, надо все это дело прока... Опа, опа, смотри, тут к нему вышли. Ничего себе, там мартини себе спокойненько попивает, а, Олух? Вот так вот, ладно. Ребята, шаманы, насколько мы помним, да, могут управлять стихией природы. Так, может быть, здесь все-таки еще... Давай наемничков вызовем. А! Зря я, наверное, поспешил, ребята. Они же на короткое время, да, призываются, они на постоянной основе. Ясно. В общем, давайте вызывать. Новобранцы 10 и сторожевые псы. 8 штук. Елки-палки, у нас одна волна будет, значит, надо здесь как-то... Так, давай-ка мы попробуем, наверное, еще сюда лучников влепить на первое время, да? Вот сюда поставим. Все, вызываем волну, короче, Олах, иди сюда. Ты будешь мне помогать на первое время. Значит, это получается еще не король. Значит, мы еще, ребята, не в замке с вами. Ладно. Тем лучше для нас. Воу. Слушай, неплохо там шаман наяривает. Слушай, классно. Давай, наверное, немножко подсобим нашим ребятам, да? Пускай развлекается. Так, шамана нужно прокачать. 320 монет нам не хватает. Так, ага. Идут. Ну, это хорошо, что для разогрева нам дали вот этих вот новобранцев, на которых мы можем немножко с вами заработать бабла. Ну, а потом, конечно же, будем с вами прокачивать и развиваться далее. Слушай, мне шаман зашел. Мне он нравится. Я не знаю, как там дальше у него будет по прокачке, но молния бомбит. Будь здоров. Серьезно тебе говорю. Таких, как я, больше не делают. Это точно. Таких, как ты, дурачков, больше не делают. Ну что, в принципе, ребята, с этой волной мы с вами справимся. А вот тут кто у нас будет? Пехотинцы и, опять же, новобранцы. Ладно.
Это для меня, в принципе, ребят, тоже ерунда. Но денег не хватает, чтобы я мог прапать маленечко. Значит, как варик улучшать вот эту вот башню костлявую. Так, а вы, дорогие мои, наверное, переместитесь вот сюда. Пожалуйста, будьте прикрывать на всякий случай Олаха. Да, конечно, вот тут вот я немножко лопухнулся, да? Я 120 монет потратил, считай, впустую. Да. Не айс, конечно, я поступил. Так, я боюсь, знаете что, когда, ребята... Твоя армия испортит эти земли. Нет, парень, моя армия не испортит эти земли, а наоборот, наверное... приведет их в процветание. Так, погоди, это куда собрался, смотри. Бежит, довольный такой. Погоди-ка, мне уже не нравится, ребят. Они уже начинают, по-моему, тут пробиваться. И это именно пехотинцы. А ну давай вот тут их встретим. Будем их здесь встречать. И вот самое интересное, что лучше нам прокачать. Давай-ка, наверное, вот. Нет, секунду, я все-таки хочу вот это, ребят. 320 монет нужно. Совсем чуть-чуть не хватает, ладно, сейчас пару вражин убьем, и все будет тип-топ у нас. Во. Так, а дальше, ребята, уже пошла специализация у шамана. Это уже будем заниматься чуть позже. Сейчас будем прокачивать, наверное, все-таки с вами вот этот вот проклятый риф дьявола. Ого, тут две волны уже будет, да? Две волны, да, ребята, пойдет на нас. Это пехотинцы-новобранцы. И, по-моему, там тоже пехотинцы и новобранцы. Тем лучше для нас. Тем лучше, ребят, для нас. Я смогу успеть прокачать себе вот эти вот две башни. Ну, постараться, по крайней мере. Так, идут. Погоди-ка, погоди-ка, они... Да, все нормально, я думал, что они сейчас вот по этой дорожке хотят побежать, но нет, они идут по верхней. Так что все под контролем пока. Так, улучшаем, 240, да? Ну, давайте там парочку солдатиков-то подбейте мне уж. Ага, смотри-ка. Они все-таки хотели куда-то в другую сторону побежать. Этому не бывать. Я сказал, этому не бывать. Лучом надо бомбить. Давай, ребята, поджарим их как следует. Сюда еще. А, ты посмотри, моего героя завалили, а? Олухи. Ну давай, Олах, вставай быстрее. Оживляйся. Потому что мне прикрывать потом тебя уже будет нечем. Вот она, незадача. Так, лучники, переходите-ка вот сюда, пожалуйста. Этих мы уберем. Вот незадача-то, а. Ребята, тяжело становится мне, на самом деле. Неужели пройдет, а? Нет, я не позволю. Зачем я это сделал, когда вот тут... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, хотя нет, подожди. Фух. Вот так, ребята, вот работает телепортация Олаха. А так бы не было ее, и сфейлились бы. Не понял, уже и здесь идут, а? Все очень, ребята, плохо. На самом деле, все очень тяжело. Не знаю, как я тут буду справляться со всем этим делом. Да идите вы отсюда. 330 монет нужно, да? Так, мы ворон сможем подбить? Пока вроде получается. Давай прокачаем немножко атаку здесь. Олах, ты один, ты не справишься у меня, родной. Тебя сейчас завалят. Тебя уже, ребят, практически его завалили уже. Так, что мы можем здесь сделать? Мы можем вот так бомбануть. А эти все-таки проходят, да? Или не пройдут? Пройдет. Этот проходит, ребята. Да что ж ты будешь делать? А что ж вас так много-то? И всех нужно, ребят, прокачать. Так, а это у нас целительные корни. Электрошок. Электрошок, наверное, выучим. Вот чем и мне и не нравятся, ребята, вот эти вот лучники. Так, тихо, это еще кто такой? Это паладин. Священные воины, которые одинаково хорошо владеют оружием и божественными силами, что помогает им защитить королевство от сил зла. Спасибо большое, я чувствую, это имба какая-то идет на нас на самом деле. Это идет какая-то имба. Но против магии, ребята, он вроде бы слабоват. По крайней мере, мне так кажется. Или я хочу так думать. Нифига он не слабоват. Ёлки-палки. Давай-ка, ребята, обратно, а. Так, надо, наверное, лучников, наверное, прокачать хоть маленечко-то, как вы думаете? Да? Если такие паладины пойдут ордой, они просто сметут меня здесь. Это я вам точно говорю. Значит, нам нужно вот сюда вот что-то поставить. Нет, нам надо поставить сюда склеп. Будем, ребята, их на свою сторону переманивать. Точно. Как варик. Такие, как я, больше не делал. Это мы уже читали с вами, это мы уже в курсе.
Давай посмотрим, как магия хотя бы бомбит. Да, действительно, они крепковаты. Олах, тебе лучше стоять. Удар молнии. Нанести врагам в общей сложности, что там, 5000 урона молниями, да? Так, лучники, вас бы тоже маленечко бы прокачать. Ты куда? Куда собрались-то? Побежали они уже не там. 330. Дьяволов лучше я прокачаю, на самом деле. Лучше я прокачаю дьяволов. Давай вот так вот. Во. Потому что там уже тоже наверху идет армеечка. Нам, по-моему, надо вот сюда перемещаться. Ух, как метеориты бомбят. Классно, шикарно просто. Так, вот эти вот ребятулечки мне совсем не нравятся. Лучников забомбили. Ёлки-ты-палки, я думаю, в чем проблема? Так. Прокачиваем все, что можно. Моего героя забомбили, ребята. К сожалению. Так, будем смотреть, что у нас тут происходит. Тут пробегают, да? Смогут ли они пройти? Вот в чем вопрос. Давай я помогу маленько. И прокачиваем дальше. Мне бы, конечно, сюда бы хранителя бы, да, этого здорового позвать. А это еще что? Щитоносец. Авангард на поле битвы. Когда они прячутся за своим щитом, им любые атаки не почем. Очень высокая защита, когда не блокируются. И низкая скорость. Спасибо большое. С каждым разом что-то хуже и хуже для меня, ребят, придумывают. Постоянно. Ну и что вы мне прикажете здесь делать? Так, прокачаем вначале вот этих, да, в полной программе. Но пока они, ребята, не блокируются щитами, как видите, сосунки. Мы их разбираем, причем довольно неплохо. Я могу даже, наверное, вот так вот сделать. Да? Эффективненько. Ну что, остается прокачать вот здесь, в 255, чтобы вышел наш этот, костолом, чтобы он здесь ходил. Ну и, конечно же, склеп. Естественно, без склепа мы с вами никуда не пойдем. И вот мне не нравится вот здесь вот кузница, которая стоит. Ну и, естественно, это, конюшня. Мне кажется, кто-то отсюда пойдет рано или поздно. Надеюсь, это не будет какой-нибудь подставой в очередной раз. Ой, как шаман мне нравится, ребята. Как он мне нравится. Заходит просто обалденно. Оп, в сеточку, да, чувачка там наказали. Вот, лучнички теперь нормально стреляют. Бомбят нехило, а мы с вами... Может быть... Нет, давай-ка... Давай, наверное, вот здесь все-таки призовем Костолома. Костолом нам здесь зайдет. Так, и поджидаем дальше следующих врагов. Это, ребята, у нас будут орлы и странники эльфийские. Твою ж налево, орлы и странники. Так, лучников, значит, подводим сюда. Олаха выводим вот сюда. Так, а тут мы прокачаем, наверное, молнию. Пускай так будет. Это, ребят, новобранцы идут, а тут генерал. Сейчас будет их делать пехотинцами. Так что радоваться пока рано. Давай. Склеп будем прокачивать потихоньку. Так, нет, ребят, вы давайте вот сюда вот выходите как-то. Блин, мне и там нужно контролировать. Это не айс. Совсем плохо. Так, склеп 170 нужно, да, для следующей прокачки. Ты посмотри, что происходит. И посмотри, куда бежит, а? О, побили, молодцы. Главное, не пропускать никого. Двоих обратно выкинем. Так, этот пока пройдет? Нет, не пройдет, наверное, да? Подбили мы его. Здесь немножечко подмогу призовем и склепчик прокачаем. Так, Олах, давай бомби. Этих... Так, секунду. Нет. Я не должен проиграть из-за какого-то говнюка мелкого, который просочился. Это не в нашем, ребята, стиле. Ох, елки-палки, тут еще и маги будут. Я про них-то совсем забыл. Господи. Так, ладно, хорошо, мы будем с вами прокачивать в первую очередь горгулей, да. Потом уже будем, наверное, приворот. Я думаю, это будет самое то. Самый эффект, цинус, так скажем. Ну, сколько там, 212 нужно. Опа, а это-то еще что такое? Кавалерист, паладины верхом на быстрых сильных жеребцах. Легко перескакивают через врагов и быстро оказываются в тылу врага. Спасибо. Это, ребята, походу вышел вот отсюда. Вот они, я так и думал, что будет подвох. Ребята, я так и думал, что просто так это не закончится. Вот тебе и результат. Вот тебе и результат. Так, давай, наверное, скелетиков вызовем. Так, а тут, наверное, придется...
Хотя не будем, не надо ничего делать. Хотел, только думал. Вот он, смотрите, ребята, скачет на коне Сайгак. Надо помогать нашему костоломчику здесь. Так, лучники, лучники, стоим здесь. Обратно. Так, а эти-то у меня где? Бойцы, бойцы невидимого фронта на месте, да? Помогаем тогда. Тогда помогаем. Слушай, одна башня здесь, ну как-то не айс, ребят, на самом деле. Ей очень тяжело здесь справиться, плюс конник тут. Но его быстро сбиваем с лошади. Эть, родной, как-то просочился, да? Так, я думаю, что сюда надо еще, наверное, ребята, нам шамана одного призвать. Это будет вообще тогда имба. Грифоны полетели. А мы тогда вызываем горгулик с вами. Как-то вот так вот будем пытаться здесь противостоять. Кстати, олох, я думаю, здесь пока не нужен. Он, наверное, вот здесь нам пригодится больше. Да? Я ведь прав, ребята? Я думаю, что прав. И молнию тоже пока не будем применять. Давай-ка мы сюда с тобой поставим шамана, наверное, да. Шаман мне зашел. Очень крутой чувак, на самом деле. Бомбит магией, так что все тип-топ. И склеп, да, про склеп тоже не стоит забывать. Нужно его, ребята, сейчас будет докачать. Нам нужна еще одна горгуля и, естественно, вот эта вот одержимость. И все у нас будет тогда тип-топ. Так, по-моему, олуху нужно вот сюда, ребята, перемещаться. Да, вот здесь будет самый смак от него, да? И этих еще надо прокачать. Господи, все нужно делать, но не хватает, как обычно, ребят, финансов. Можешь молнию шугануть сюда, а? Давай шуганем. Чтобы скопом их, как говорится, забомбить. И я думаю, что этот чувак потом в конце еще подорвется. Он встанет, наверное, облачится в доспехи и скажет: я пошел на тропу войны. Так, здесь у нас капитан отряда, пехотинец, мушкетер. Ребят, какие-то новые чуваки сейчас появятся. Мушкетеры. Вот они. Ловкие стрелки. Их дальнобойные охотничьи винтовки могут отправить на тот свет даже самых ужасных тварей. Дальняя атака, и это убийцы. То есть не было печали, сейчас они будут еще бомбить издалека. Так оно и есть. Так оно и есть. А не слишком ли круты чувачки-то эти, а? Ты посмотри, у них ничего себе. Атакуют чуть не за километр от моих бойцов. Ну, зато в ближнем бою, ребята, они ватники. Хе-хей. Ладно, это нам в плюсе, конечно же, идет. В большой причем. Так, здесь у меня горгульки. Вот так себе. Не сказать, что айсово справляется, но тем не менее хорошо идет. Так, одержимость, конечно же, изучаем одержимость с вами. Все, тип-топ. По крайней мере, будут крупные бойцы, да, которые живучие. Мы их будем сразу же против своих же и отправлять. А вот здесь вот надо молнию, ребят, естественно. Бам-бам-бам, пробиваем. И прокачка у нас дальше идет шамана. Секунду, я не понял. Куда вы разогнались-то? Родные, куда вы чешете? Давай-ка метеорит прокачаем, наверное, да, и вот так вот. Ох, какие же они мощные, ребята. Вот стреляют, да, божественно. Ничего не могу сказать против. Тут у нас все отличненько. Пока отличненько, ребята. Главное не пропускать их. Ну и прокачать, наверное, нам надо стрелков наших. Потому что они что-то как-то ватненько стреляют. Скелетики гуляют парочками здесь у нас. По бродвечку. Все тип-топ. Одержимость. Так, можно будет еще прокачать немножко призраков, да? Дополнительных. Оу-оу-оу. Это, ребята, у нас верховные колдуны идут. Которые, не забываем, имеют сильный иммунитет. К чему? Конечно же, к магии. Они имеют иммунитет к магии. Смотри, смотри, приворожили, а? Отлично, пошло дело. Так, шаман. 260. Давай. Слушай, Олох... А, Олох у меня здесь стоит. Все пока под контролем. Так, так, пошел маг куда-то там, побежал. Здесь у нас... Ага, нет, не полная прокачка, к сожалению. Это он, да, наших бойцов, ребят, по-моему, превращает в этих, да? Да, в баранов. Именно наших бойцов, блин. Засранец. Шаман, надо еще 320 прокачать до фулки, ребят, до фулочки. Нет, 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 никакие собаки тут не должны пройти вообще и рядышком. Все прокачано, да? Все прокачано хорошо. Ой, как жжут. Жгут мои ребятули, жгут. Так, прокачка пошла. 320 плюс метеоритный удар. Да, метеоритный удар сделаем. Мне он, конечно, здесь вряд ли чем-то поможет. Обалденным таким, да, эффектом. Но я могу вот так вот сделать. Пока отправить.
Все, тут четенько. Тут у нас, видите. Кстати, можно вот сюда поставить тоже, ребят, нам склеп для того, чтобы переманивать врага на его сторону. Это же одержимость все-таки, как ни крути. Ну-ка, влепим. Ой, вообще никакого урона не наносим. Прикинь, просто никакого урона нет. Это немножко печаливает меня. Эй, как это, вот олухи. Так, молодец, молния бомбит. А куда это, я не понял, а куда это он, ребят, зашел? В кузню забежал, да? И что-то хочет сказать? Что он отсюда выходит уже паладином. Вот что я хочу тебе сказать, парень. Здорово просто, и... Обалдеть. Ребята, я фейлюсь. Прямо на глазах. Так а почему так происходит-то? Господи, потому что у меня здесь нет дьяволов. Отправляем их обратно. Да, на начало пути. Давай, шаман. Да, ребята, фейл пошел. Чистой воды. У меня, конечно, есть 6 сердечек. Блин, господи. Да ладно. Обалдеть. Вот это да, ребята, вот это вот пошел расколбас у меня. Так, этих я отсюда выкинул. Почему же так пошло-то все наперекосяк, а, ребята? Потому что не хватает боевой силы, боевой единицы. Сюда что нам? Склеп у меня тут еще же не прокачанный. Господи, только сейчас про него вспомнил. Давай так, раз, два, три. Пройдет, нет? Как думаете? Вот тут проходят. Не успеваю. Элементарно, ребята, не успеваю все это сделать. Давай этих дьяволов вызывать сюда. Только не надо на ту дорожку вставать. Идите вот сюда. Так, я заюзаю, ребят, пробирочку. С вашего позволения. Как ее юзать-то? Как ее юзать? Используйте, чтобы мгновенно получить 3 сердечка. Ну. И как? Непонятно. Ага, вот так вот. Так, 15, да? И 8. Вот пускай будет 18 лучше, ребят. Пускай будет 18 сердечков у нас там. Хочу на 3 звезды просто пройти. Твою же налево, сколько у вас тут, а, этих засранцев, очень много. И тут даже не скажешь, что армия какая-то там неподготовленная или еще что-то в этом роде. Все отлично, ребята. Ну, просто на самом деле сложно. Так, я надеюсь, они справятся здесь у меня, а? Склеп-то как? Все отлично у нас на склепе. Так, это у нас... кстати, это последняя, ребята, волна. Пока я тут с вами рассусоливался, да... Мы дошли до последней волны. Куда они пошли? В эту сторону, да? Так, шаман, ты бомби. Бомби, пожалуйста, там кого-нибудь. Или как-нибудь, я не знаю. Не пропускаем этого мага. Как отвратительно, но интересно. Кричит вот этот чувачок. И это, ребята, еще не последняя битва, на самом деле. Это не короче. Смотрите, видите, вот одержимость очень хороша. Очень хороша, когда вспять мы возвращаем врагов наших. И вот здесь вот тоже надо сделать. Практически все, ребята, прокачано по фулке. Практически. Так, что такое? Ладно, сделаю все сам. Ёлки-палки, ребята, подрывается чувак. Босс, готовимся. Сейчас будет жесть. 100% говорю, сейчас будет жесть. Быстрее прокачиваемся. Ага, прокачиваемся. Мы ничего не можем пока сделать. О, ну это ярый паладин, ребят. По какой дороге он пойдет? Мне кажется, вообще не по той. Я даже ничего сделать не могу, эй! Вообще ничего не могу сделать. Так, что он там? Опа, ну естественно, танец победоносный. И все, ребята, он пошел. Так, лучники, давай сюда. Ох, там кавалерия. Я, кажется, понял, к чему. На него не используется, ребята, магия. Давай, иди сюда. Неужели пофиг тебе на все, а? Не может этого быть. Ну, хоть кто-нибудь где-нибудь, где? Дьявол, идите сюда, вы мне вот здесь нужны.
Олах, ты не стой там сзади, пожалуйста, не стой. Давай, 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 родные мои, бомбим. Он там себе еще подкрепляет здоровье, оказывается, да? Вот, молодцы, забамбливаем его. Осталось совсем чуть-чуть здоровья у него, ребят. Совсем чуть-чуть и... Не падает еще. Давай так сделаем. Да что такое? Что он там... Шаман, ну-ка, я не знаю, бомбани в него. А, все, ребята. Все, паник он. Ну, я хочу жить вечно. Пощади меня. Никакой пощады, ребята. Мы его схватили в плен. Победа. 3 звезды, да? 1, 2, 3. Отлично. Все-таки мои пробирочки меня спасли. А так было бы 2. Ну, я не хотел переигрывать потом на 3 звезды, ребята. Это уже на героике и на железке. Так, что мы получаем с вами? Очки улучшения, 4 штуки. И вот теперь, судя по всему, мы идем уже в сам замок, так? Да, вот это уже будет действительно настоящая последняя миссия. Так, что у нас тут можно прокачать? Это что такое у нас? Герой получает небольшой шанс мгновенного возрождения. Это круто. Вот сюда не хватает одного очка, ребят. Не хватает. Кто-то сказал, что заменяются флаги при каждом выходе на смертоносные катушки Тесла, которые бьют током врага. Я думаю, что мне почему-то кажется, небольшой шанс мгновенного возрождения лучше. Но, понимаешь, небольшой шанс. То есть маленький, скажем даже так. А что за катушки, я пока не знаю. Ладно, давай сделаем катушки. Ну что, ребята, я не знаю, у меня гемов очень мало. У меня, правда, здесь есть одно достижение. Сейчас посмотрим, сколько нам дадут за него. Ребята, самое интересное, что конец игры, да? Практически. Ты посмотри, сколько у меня еще не сделано ачивок. Победите Денаса, короля Линерия. Это вот, видимо, сейчас будет у нас последний, да? Перейди на темную сторону. Взорвите все уличные фонари. Кстати, я так и не нашел один фонарь, помните, да, в прошлой серии. Уничтожьте урожай фермера. Отважный и заботливый. Найди Миши Гами. А где я их должен найти? Так, ну это понятно. Это Верукам 10 уровень надо было набить. И Асрой. Все ясно. Так, здесь где-то отразите атаку Драугров. Тоже непонятно, где это такое. Найдите сундук Скруджа Макдака. Точнее, найдите его самого, а не какой сундук. Так, продайте 20 башен. Ну, это, в принципе, можно было бы сделать. Уничтожьте 3 тележки. Какие тележки? А, видимо, вагонетки. Помогите ДК выбраться из шахты. Донки Конг? Убейте 5 кротов. Где это все делать? Ума не приложу. Хотя бы показывали, на какой локации. Морфбол. Найдите всех броненосцев. Ладно, потом мне будет интересно самому поискать это все на локациях. Знать бы только где. Ну что, ребят, я не знаю, может быть... Сколько стоит? 350. Мне не хватает. А я думаю, что последняя битва будет просто эпик. Просто эпик. И как мне быть? Ну что, будем пробовать, наверное, да, ребят? А, была не была. Если даже профейлимся с вами... На будущее будем знать, чего нам ожидать. Ну, для следующей серии. Замок Денаса. Как здорово, что ты сюда добрался, генерал. Звук их тревожного горна, как бальзам мне на душу. Этот знак нашей неминуемой победы. Это твое последнее испытание. Моя армия уже у их ворот. Покажи этим глупцам, кто здесь законный правитель. Еще одна победа, и мы в расчете. Мы в расчете? В плане, я якобы на него работаю, что ли? Что-то он, ребята, попутал. Рамсули, ну, эпическая будет битва, я чувствую. Это же все-таки замок. Последний бой. Угу. Ну вот мы и встретились лицом к лицу. Посмотрим, получится ли у тебя отомстить. Глупец, это не ради мести. Пора этому королевству открыть глаза. 2 короля, ребята. Один злой, Везнан, другой типа добрый. Но в данный момент мы играем за нашего доброго Везнана. Слушай, тут как, какие-то, ребята, ловушки Тесла стоят. Смотрим, кто пойдет в первой волне. Капитан отряда и пехотинцы. Угу. Мы должны будем с вами защищать 2 дорожки. Не знаю, будет ли нам помогать сам Везнан в этом случае. Тут никого нельзя почикать. И вот как нам лучше всего расставить приоритеты,
Пока даже не знаю, ребят. Вот эта дорожка меня очень сильно смущает. Очень сильно, потому что здесь их две. Здесь одна длинная. Здесь две. Одна из них короткая. Поэтому в первую очередь я думаю, что сюда мы... Вот сюда мы поставим с вами вот этих ребятулек наших, да? Поставим их сюда. А вот тут будет у нас стоять, наверное, шаман. Будет прикрывать. Вот так, это на первых порах. Здесь мы с вами поставим, опять же, наших демонов вот этих вот. И где-то нам нужно поставить с вами метателя костяного. Угу. Ну, пока как-то так, ребят. Давайте смотреть, что нас тут вообще будет ожидать. Я не понял, это в кого он там метает стрелы свои. А, лучники у него, да? Понял. Да хорош, ты сейчас будешь постоянно вот так бомбить, что ли, по мне? Да. Так он и будет, ребята, бомбить бесконечно. Так. Это, конечно, не есть хорошо. Метатели тут как раз очень хорошо стоят. Давай маленечко их прокачаем. Ну, нервирует, конечно, вот эта вот фигня. А, мы можем что-то... Вот так. Все, я понял. Вес нам тоже наш будет нам помогать. Это круто, с одной стороны. Но на самом деле хотелось бы, чтобы он получше как-то бомбил. Вот там у него стрелки, которых, наверное, я так понимаю, нельзя ничем убить. Так, Олах, иди сюда. Иди сюда, родной. Смотри. Не усп... Ага, у нас еще, ребята, все-таки есть какие-то такие вот ловушки Тесла. Это которые, наверное, я, ребята, и выучил. Да, судя по всему. Так, там у нас стрелки. Ага, стрелки. А если я так сделаю? Да куда же вы так далеко-то встали, господи? Ну, конечно же, он так забомбит вас. Ну, ё-моё, ну, бездарь, а. Давай, шаман, отожги. А мы можем вот так сделать, ну-ка. Слушай, ну хорошо наносит урон. Так, давай-ка вот тут. В ближнем-то бою они, по-моему, сосунки должны быть. Так, Олах, у меня бедный под обстрелом капитально находится. Под обстрелом 260. Прокачка, конечно же, без прокачки никуда, ребят. Олаха, что ли, подбили, точно? Быстро они как-то с ним справляются. Эти стрелки вообще борзели, я смотрю. Ну-ка, давай. Вот так-то. Где у нас там стрельба? Да бесконечная стрельба идет, бесконечная. Так, тихо. Маги идут. Че он, а он еще их телепорт... Ну вот. Вот, ребята, и сократилась дистанция. Как я вам и говорил, что не просто так все это здесь стоит. Ладно, нам нужно копить с вами бабульки для того, чтобы прокачать наших демонов. Я буду именно их качать, потому что они, ребята... Шаман хорош, я не спорю. Ну, с удара сносит. Весел, ну ты крут. Ты очень крут, ты мне пригодишься. Так, давай-ка здесь немножко подзадержим этих соплячков. Фух. Но расслабляться рано, на самом деле. Надо вот здесь вот поставить нам лечащую землю. Вот что я подумал. Угу. Это будет самый тот эффект, которого я хочу добиться. Но 320. Конец близок, как ты этого не понимаешь, говорит Везнан. Да я думаю, что он все прекрасно понимает. Но я не знаю, что у нас тут дальше пойдет, какой будет расклад. Так, пойдем-ка, Олух, туда, наверх. Потому что там, как мы видим, там идет армия. Причем не кислая довольно-таки. Пока идут по одной дорожке, ребят. Потом будут, наверное, со всех трех дорожек. Поэтому, ну, нам нужно как-то... Это что еще такое? Телега войны. Осадное оружие, которое вывозит солдат в безопасное место. Как клоунская тележка, только не такая смешная. В плане не такая смешная. О чем? О чем вообще разговор? Я не могу понять. Какая еще тележка смешная? Давай-ка вот так вот вызовем с вами Костолома. Стопудово нам здесь нужен. Вот она, тележка эта идет. Не знаю, честно говоря, что от нее ожидать. Ну, ну-ка, а если мы так вот... Блин, я думал, по тележке будем бомбить. Ничего подобного. Короче, вот сюда нужно нам, ребят, тоже выставить. Я не знаю, может быть... Давай вот так сделаем. Склеп будет. Приложи хотя бы немного усилий, говорит король. Хорошо тебе там сидеть и подпукивать что-то. У меня тут... Ох-хо-хо-хо.
Так, подожди, я эту тележку могу? Могу, ребята. Значит, это все-таки... Ее можно уничтожить, да? Понял я. Но не так все просто, да, будет? Понятно, а если я вот так бомбану? Куда ж ты бомбанул? Ладно, фиг с ним, пускай там будет. Тележка, ребят, на самом деле едет и собирается, я так понимаю, постоянно выкидывать вот этих вот бойцов. Хорошо, давай я ее звездану по ней. Вот так-то. Отлично. Ага, разогнался. Да, ребята, это у нас паладины. Я заплатил там что-то цену, не успел, ребят, почитать. Так, он сейчас еще упадет и пойдет уже пешим, да? Ага. Я это помню. Давай-ка так сделаем. Опа, одним меньше. Кто-то разогнался, а? Так, ну надо, ребят, пока у нас есть возможность, нужно расстраивать. Естественно, тут дополнительные башни. Хотя, я не знаю, может быть, их лучше прокачать. Так, обратно. Слишком много их здесь. Давай-ка хоть как-нибудь будем мешать им. Там еще наверху ползу. Так, Везан, где твоя энергия? Где твоя магия? Она мне сейчас очень сильно нужна. Вот, он готова. Отлично. Этого уберем отсюда. Так, прокачиваем. Здесь будем всячески мешать. Блин, да сколько же у вас этих паладинов-то тут, а? Прокачаем сетку, наверное. А я же хотел... А, у меня 320 нужно. Исцеляющую землю хотел здесь установить. Вот что. Так, блин, да что ж ты будешь делать-то, а? Ну, бомби, Резан. Как-то немножко не так ты сделал все это. Олах, иди сюда. Без тебя никак не получается. Видишь, тут жестоко все идет. Что там опять? Что за звуки? Никого нету, мне показалось, что вроде бы как волна должна пойти. Она идет, в принципе. Идем обратно. Тут псы. Псы войны. Ладно, мы их тут вот так попробуем придержать. Сюда, наверное, надо еще одну башню, ребят, какую-то поставить. Я думаю, что это будет шаман. Будет здесь шаман у нас стоять. Опять ты! Опять, ребята, телега. Это хреново. 320 не хватает совсем чуть-чуть. Там и грифоны. Кого там только нету, а? Дай-ка я попробую так, ребят, бомбануть. Ага. Пол хп отобрали, да? Там вторая тележка еще двигается. А если я так сделаю? Не айсово. Но, тем не менее, грифонов, ребят, мы с вами разбираем. 320. Отлично. Так, теперь будем прокачивать с вами либо метеоритный удар, либо молнию. А молния что делает у нас? Наносит еще от 3 до 13 ближайшим противникам. Ага. От 3 до 13. Вообще, как будто от 3 до 13 лет. Слушай, Веза, ну бомбани. Нет, бомбанем лучше сейчас. Да куда мы тут бомбанем, елки-палки. Давай вот так вот. Слушай, эту тележку нам нужно. Можно даже, ребята, знаете, что сделать с ней? О, разбомбил ее. Под свой контроль брать, если мы сделаем одержимость. Ты прикинь, вот единственное, я не знаю, если тележка под одержимостью, сможет ли она вызывать юнитов за нас, которые будут. То есть, прикинь, он вызывает армию, которая будет за нас фигачить. Вот это будет круто, на самом деле. Так, грифоны, вы тут не оборзелили, а? Отлично, разнесли в хламину их просто-напросто. Здесь не прокачаны у меня, к сожалению, наши эти избранные морем. Ну, я их называю просто демоны. Кто там у нас? Что случилось? Это на все, что ты способен? Кричит там радостный король. Ликует просто-напросто. Так, ладно. Грифоны. А давай так бомбанем сразу же. Ну! Бум. Понятно, он только по одной цели бомбит. Не порадовал ты меня в этом случае, Везна, потому что там он, смотри, охламон идет. Довольно жесткий. Да. Довольно жесткий охламон. Одержимость. Давайте изучим, наверное. Здесь, кстати, тоже бы не помешал нам склеп. Вот что я хочу сказать. Раз здесь идут вот эти вот чудики, великаны,
то, конечно... Ну-ка, подожди-ка, дай-ка я попробую так. Да ё-моё, магию отмени! Есть! Накрыли медным тазом, это хорошо. Одержимость нужна мне. Ну, хоть какую-нибудь... Сделайте хоть что-нибудь-то! Ну? Так, а они у меня... Во, усилили. Хорошо, только сейчас я их усилил. До этого ничего подобного не было. И... Что тут у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бедный Костолом. Его там просто расколбасили. Он даже пикнуть не успел. Что нам сделать? Этого забомбили. Теперь применяем здесь магию. Двух грифонов снесли. Шикарно. То, что нужно. Это, ребята, 18 волн здесь будет. Кстати, это самое большее количество волн, которое было вообще за, ребят, за игру. Обычно 15 максималка, сколько я помню. Так, что у нас дальше? Этого мы забомбим. В принципе, должны. Мне нужно здесь вызвать еще одну горгулю. И вот здесь вот, кстати, здесь тоже нам нужен, ребята, склеп. Нам тоже здесь, ребят, нужен склеп будет. Вот она, одержимость, ребят, как работает. То есть все хорошо. Здесь отжигаем. О! Так, замечательно. Так, вторая горгулька. Все, ребята, здесь пошли из-под низу, да? Угу. Ну-ка, если я бомбану кого? В кого? Отлично. У этого дядюшку голема, да? Вот тупырь. Превращает всех моих юнитов, ну, сами знаете, в кого, да? В ничтожество. В каких-то там баранов. В никудышных. Костолом, а куда ты пошел? У тебя тут, оказывается, еще и атака слаба. Угу. Атака-то слабовата. Давай прокачаем, конечно же. Я думаю, почему такой урон маленький, ребят? А все из-за того, что не прокачано было. Ну и скелетиков, конечно, бы тоже надо. Опс. Фигня получилась какая-то. Еще и тележка пошла. Пошла, ребят. О, метеоритный удар. Шаман, пожалуйста, только применяй почаще. А, я тебя прошу. Так, что нам здесь? Вот здесь, наверное, или же здесь? Нет, наверное... Нет, наверное, все-таки я вот здесь, ребята, применять буду. Вдруг мы с вами сейчас захватим эту тележку в одержимости, и она будет за нас. Но я почему-то сомневаюсь в этом. Плодит, плодит, да? Ладно, а если я вот так сделаю? Упс, круто! Везан бомбит не по-детски, вот что я могу вам сказать. У него офигенно обалден... Что? Ребята, что-то происходит. Что-то сейчас будет. Думаешь, обычные кирпичи и камни остановят меня? Ты не пройдешь, Везан, сдавайся! Узри мою мощь! Ну же! Так. Я чувствую, сейчас будет... Ага. Мы А это что-то новенькое, ребята. Сидит там, попивает кофе, а, на балкончике. Да ладно. Вы хотите сказать, что мне сейчас все заново надо тут расстраивать? Твою же маковку. Раз, два, три, четыре. Четыре дороги. Плюс из них две короткие. Мне нужно... Трындец, короче. Ребят, я не знаю даже, что и сказать вам. Как мне тут быть? Ну давай я начну с морских дьяволов, как обычно, ребята. Здесь тоже самое сделаем. Так, далее, что? Вот здесь вот, я не знаю, откуда просто пойдет самая основная армия. Давай посмотрим, кто здесь. Новобранцы, так, хорошо, здесь у нас пехотинцы, мушкетеры, паладины. Значит, вот здесь вот самая основная армия пойдет. Мы сражались вместе, неужели ты забыл? Ничего мы не забыли. Нам сейчас как-то не до этого. И очень, ребята, здесь много вот дается вот этих вот мест для башенок. Значит, будет очень-очень жестко. Так, вызываем, конечно же, склеп. Поверь, поверь, он пригодится нам. Он нам очень сильно пригодится. Ты можешь подумать, что это все ерунда, но я тебе уверяю, что это не ерунда. Ну что, давай посмотрим. Давай посмотрим, откуда... Какие армии пойдут. Насколько они будут мощные, сильные. Здесь вот короткая дорожка. И очень мало, ребята, у нас здесь башенок.
пока. Нам нужны, естественно, сейчас финансы для того, чтобы, ну, развивать свою территорию. Так, давай-ка, 330, да, нужно, понятно. Пока подождем. Опа, это что такое было? Что? Я еще должен платить за то, чтобы потушить? Ну, ты знаешь, мы так не договаривались. Я, ребята, должен платить бабки за то, чтобы у меня мои башни были потушены. Ну-ка, давай, Везон, бомбани. Не там ты ударил, конечно же. Офигеть. Офигеть просто, блин. Хочешь жить, туши пожары. Вот они мне этим, ребята, и усложнили мою задачу. Вот так вот сделаем. Прокачаем их по-маленькому, да? Эй, Палыч, ты куда собрался-то? Празднование этой победы будет славным. Твою мать, он задолбал, а? Он задолбает меня так. И уже идут, ребят, големы. Это на 10-й-то волне. Тут будет трындец, я уже просто чувствую, что тут будет. Тут будет полный свистун. Полный просто. Как, вот как мне тут быть? Давай я вначале так бомбанем. И попробуем, ребят, сейчас. Ну. Да в какого орла, господи, как, ну, зачем он мне нужен? Орлик этот. Тушить, конечно же, тушить. Нужно огонь, чтобы все было хорошо у нас. Это вот эти вот пушки, я их, наверное, подбить не смогу, ребят, никак, да? Везом, копи быстрее свою энергию. Что-то тут жарко становится, очень жарко. Эти у меня еще не прок... Эти еще... А он мне так не даст, ребята, они... О! Вот, я вам про это говорил, ребят. Вот, одержимость, это очень круто. Да куда ты бомбишь-то, господи? Еще и мажет, а? Превращает моих бойцов. И причем мои же маги... Мои же юниты бомбят этих баранов. Понимаешь, как врага. Бумс. Естественно, надо будет тушить, чтобы хоть что-то могли мы с вами сделать. Да. Ну. Да почему ты бьешь туда? Мне надо было не туда бить. Пошли вы все, знаете куда. Козе в трещину, ну. Так. 325, ребят, давайте, что я хотел, я вот здесь хотел прокачать, да, 330, мне опять чуть-чуть хватает. Во, паладин против паладина дерется, вот это уже другой разговор. Это называется одержимость. Молодцы, выкрутились, да? Эти слишком слабенькие, мне нужно, ребята, их прокачивать. Мне нужно вот прокачать вот эту башню, чтобы вот эти вот дьяволы были покрепче. Понимаешь, они сейчас в данный момент ватные. Вообще ни о чем. Тут горгулик у меня забомбили, да, я смотрю. Все дела. Олах, а ты что стоишь? Ну, башни Тесла. Понятно все с этими башнями, ребята. Ага, все-таки, ребята, один у нас упырь прошел. Да, вот так вот. Чего я не очень сильно, ребята, и ожидал. Дивалята, а вы, я так понимаю, и не собирались, да, даже бомбить его? Ну, хоть так хотя бы. Тут-то что происходит? А вообще какой-то аврал. Здесь у меня все... Так, привидения мне пока не нужны. Мне вот что нужно. Да, ребят, вот это вот мне нужно было. Укрепляемся. Так, здесь не хватает, да? Пока я не буду применять магию. Не вижу я в этом смысла. А вот теперь, наверное, можно будет, да? Ну. Так, хорошо. Лучнички. Задолбают они нас, если честно. Давай, отпускаем. Здесь укрепляем. Шаман. Что же мне с тобой сделать, а, шаманчик? Надо прокачивать. Хотим мы этого или нет. Да вы достали уже эти лучники. Господи, атакуют и атакуют. Тут еще снизу, ребят, сейчас летуны полетят какие-то.
Так, здесь подожгли. Мне не хватает финансов, просто элементарно. Посмотри, что тут происходит. Эти лучники расстреливают все на своем пути. Стоят издалека и бомбят. Понимаешь? Сетку, может, изучить надо. Она, кстати, нам должна неплохо помочь. Так, ну здесь грифонов мы забомбим, отлично. Вот здесь вопрос. По идее, тоже все хорошо получается. Ать! А если так? Это, ребята, слабовато. Ну! Есть. Отбили грифона. Что я хотел? Так, склеп у нас тут есть. Шамана надо прапать. Шамана мы прапаем. На метеоритный удар, наверное, да? Это безумие, да, да! Угу. Это безумие, это точно, ребята, безумие какое-то. Шаман, 320 нужно, да, для прокачки. Так, ну, одного мы пропустили. Ребят, 14-я волна, у нас еще впереди 4 волны. И я думаю, что вот именно с этого момента начнется жесть. Как же вы меня тут достали, а? Ну вот я серьезно говорю, как вы меня достали. Лучнички, маги, все, кто не лень. Бомбить маги я пока не хочу, не буду. Потому что тут у меня как обычно. А ну-ка. Ага, хорошо. Так, этого мы уберем пока отсюда, да? Он мешается нам здесь. Ну, башня, ну ты будешь хоть кого-то брать в одержимости или нет? Может быть, нам... А, давай еще поставим, ребята, одну. Еще одну башню. Если, конечно, мы тут вообще что-нибудь сейчас с вами успеем сделать. Я почему-то сомневаюсь. Ох, я сомневаюсь, ребята. Дай-ка я уберу пока это. И вот так бомбанем. Хорошо. Этого уберем отсюда. Ну, хотя бы на... Олах, иди сюда. Я думаю, в чем проблема? Что у нас не получается? Тут еще и башня у нас. Вот так вот будем пытаться, по крайней мере. Да, давай быстрее склеп. 230, ну чуть-чуть не хватает. Где там у нас? Тут еще и псар не бежит. Естественно, ребят, бомбим. Бомбим магией. Безбожно. Отжигаем по полной программе. Там, потому что у нас еще и паладины бегут. Давай удар. Крутенько, пока справляемся. Но, ребят, радоваться рано. Радоваться очень рано, потому что вот там у нас паладины. Так, давай горгулик. Лучше горгулик, ребята. Одержимость чуть-чуть попозже. Нет! Нет, что-то идет не так. Что-то мы, ребята, с вами где-то упущение делаем какое-то. Так, что у меня тут? У меня тут... Да пока вроде бы под контролем все. Фух! Вот теперь прокачиваем одержимость. Одержимость прокачаем и после этого шамана тоже нужно улучшить. Господи, как мне все это сделать? 16-я, ребят, волна у нас идет. Этого нужно, как говорится, освободить из-под гнета. Псы бегут. Олаф, давай сюда перейдем с тобой. Тележка плюс еще бежит. Здесь магию применяем. Так, одержимость прокачаем по полной. И, ребят, теперь уже будем качать шамана. Без него, ну, никуда здесь. Без шамана, без его массовой атаки, ну, нам здесь просто делать нечего будет. Даже не будем качать с вами этих привидений дополнительных. Хотя и надо, по идее. Так, ты посмотри, что он люто начал бомбить. Практически не давая мне никаких шансов, ребят, здесь на победу. Смотри, что происходит. А ну-ка. На, тележку разбомбили, отлично. Черт бы тебя побрал, слишком дофига их. Ух, слишком много. Так, шаман, 320 не хватает. Как всегда, чего-то не хватает нам, вечно. Так, поджог, как всегда, ребята. Не дает мне ни малейшего шанса на то, чтобы я смог успеть призвать. Вот что я тебе хочу сказать. Ни малейшего шанса. 320, шикарно. Бомбить? Нет, пока не стоит. Вот сюда, я думаю, зайдет. А что так мало-то?
Что-то маловато как-то побомбили-то. Так, я вижу, вижу, вижу. Давай отправим ее обратно. Пускай она там где-то сзади волочится. Метеорит прокачаем. И вот так делаем. Ну, здесь он не пройдет. Это я точно тебе могу сказать. Давай молния. Молнию, ребята. Так, снизу. Да елки ты палки. Вот это... Это не ждальчик для меня. Сюда я, наверное, лучников уже поставлю. Пускай, ребята, будут тут лучники нам помогать. Но их нужно еще прокачать. А прокачать нужно, чтобы деньги были. Посмотрите, что тут творится. Ад. Кромешный, ребята, ад. И я пытаюсь всеми силами здесь противостоять. Так, слушай, а вы, ребята, знаете, куда встаньте? Вот сюда, пожалуйста. Нечего стоять здесь. Без дела причем. Луч? Может, луч бомбанем? Нет, нет. Или бомбанем? Давай бомбанем. Что-то тут какая-то заваруха слишком некислая идет. С помощью луча хоть как-то здесь разгрузимся. Так, я вижу, вижу. Что дальше? Идут у нас дальше маги. Маги плюс вот эти вот големы. А если я так? Фиговенько. Так, что у нас? Шаман может прокачаться. Прокачиваемся тогда. Интересно, здесь король пойдет против нас или не пойдет? Как думаете? Я думаю, что пойдет. Так, этот склеп у нас прокачан. Все отлично. Шаман прокачан, кроме хила, да? Но я думаю, что хилку нам здесь не особо-то нужно. А вот костяного метателя, я думаю, здесь сделать нам нужно. Так, давай-ка. Придерживаем тут, ребят. Да куда ж ты бьешь-то? Бездна, ну! Шикарно, ты сейчас бомбанул просто божественно. Так, мы голема взяли, да? Нет? Мне показалось, что мы его под свой контроль. Ну, я ошибся маленечко. Что тут происходит? Так, тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, что тут? Грифоны тут лютуют. Понял. Все горит в аду. Так, секунду, здесь тоже... Слишком часто он, ребята, начал применять свою способность. Видите, да? Мне приходится просто растрачиваться на это. Что такое? Что такое? Че, неужели я справился? Для моего следующего фокуса я привел с собой старого друга. Кого же это, интересно? Это мой босс, да? Ха, думаешь, ты единственный с тузом в рукаве? Это кто такой? Что за пупсик? Ага, понял. Йоу! Конец близок! Как ты этого не понимаешь? Ребята, ядрить его на корень. Раз... Слушай, 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 ну ты, парень, ты... А как мне зарабатывать финансы, если у меня... Он мне башни подбивает, а мне даже, ребята, нечем... Так, так, погоди-ка. Олаха! Мне нужно, ребят, сюда олаха подвести, естественно. Как же я... Так, что это за удар? Бу-бу! Понял. Бомбическая сила. Да я понимаю, что это... финансы нужны, все это. Слушай, а мы, ребята, здесь побеждаем. Пока побеждаем. Так, что? Мне хоть магию, хоть какую-нибудь, хоть что-нибудь дайте мне, пожалуйста. Откатываем этих опять обратно. Давай вот здесь поможем. Это у меня не прокачано вообще. Так, удар. На. О, ребята, мы его подбили. Мы подбили этого чувачка. Мы дальше идем. Той... Здравствуйте, приплыли. Там следующий вышел. Ребят, там вышел следующий. Твою ж маковку. Давай так, наверное. Как-то вот так вот, ребят, должно быть у нас. Судя по всему. Плюс нам опять же здесь приходится вот это все освобождать. Все наши башни, которые он слишком... Люто бомби, давай отхил. Так, здесь стреляется, здесь все отлично, все хорошо. Тут внизу паладин и Везнан там у меня пытается что-то... Не Везнан, а Олах.
пытается что-то сделать. Давай вот так вот, хоп, удар. А интересно, а у меня-то будет, если у меня убьют вот этого вот моего демона, еще один в запасе или как? Идите отсюда. Мне почему-то кажется, что у меня не будет такого больше. Так, хилку мне надо развить, ребят, потому что если демон у меня здесь стоит, они должны его хилять. Нету. К сожалению, пока у меня, ребята, нету денег на то, чтобы я мог освободить. На! Продвигаемся дальше. Ты посмотри, как они палят. Вижу, вижу, вижу. Я пытаюсь, пытаюсь. Да он одного за другим вызывает. Как мне быть-то здесь? Ты достал уже, а? Упыреныш. Мало того, что одного за другим вызывает этого паладина своего, вот этого мощного. Ну давай, я попытаюсь как-то, я не знаю. Здесь надо убрать. Так. Вот здесь, ребята, как-то не очень хорошо идет, да? Поэтому я думаю, что надо нам сюда поставить еще одного шамана и попытаться его прокачать. Попытаться его прокачать. Давай, на. Ну, как бы оглушаем. Этих уберем пока отсюда. Так, шаман прокачан по полной. Здесь тоже по полной. Здесь вот так сделаем и двух скелетиков призовем. Пускай будут ходить и надоедать ему. Сюда надо двух призраков, ребята, выучить. Вот что я тебе могу сказать. Так, ладно, хорошо. Что да... Да я понял, понял, понял. Паладин, ребята... Что? Поражение! Ребята, это что, издевательство или как? Я... Почему поражение? Я что, должен был, чтобы этот демон остался в живых? Ну, ребята, я не знаю. Я не знаю, что тогда делать. Это просто финиш для меня. Это просто трындец. Я опечален. Я опечален, я расстроен, я не ожидал, я не думал, что этот демон должен остаться в живых. Понимаете? То есть он вызывает свою армию бесконечно, да, своих вот этих паладинов огромных, а демон у меня всего лишь один, которого я еще должен оберегать, помимо того, я еще и должен сражаться с юнитами и еще освобождать свои башни. Да, ребята, увидимся с вами в следующей серии, надеюсь, надеюсь очень сильно, что у нас все-таки получится пройти, но для меня это был нежданчик. Ладно, ребята, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.